Стоять, Витя! Пять секунд, стоять! Три. Да, все, что? Четыре-три. 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 Так, не поддаваться эмоциям, на провокации не поддаваться, Витя. Не поддаваться провокациям, Витя, да. Эту схватку мы победили, надо поднять руку и выходить с ковра. Выходить надо с ковра. Да, Мусукаев, езжай домой. Все хорошо. Надо успокоиться. Ни в коем случае зрителям не надо бросать бутылки на ковер. Это чемпионат России, это предолимпийский чемпионат России, дорогие друзья. Вот это накал, который мы ждали. Да, надо сейчас терпеть, конечно, сейчас не поддаваться на провокацию, действительно. Да, сейчас надо успокоиться.